Всем привет, друзья! С вами Виталий Игнатюк. Смотрите, кто здесь? Это рыцарь. Угрожает мне. Короче, это бастион. Ну, там отель. Он уже 100 тысяч лет здесь стоит. Вот, видите? Дядя рыцарь. И показывает, куда нужно идти. Короче, мы туда и идем. Сейчас прогуляемся по супер улице в Судаке. Супер улица, она... Потому что она такая необыкновенная здесь. Сейчас вы увидите, улица Морская, прям под крепостью. Просто обалденная улица. Смотрите, тут, ну, мы ждем лета, да? И тут уже все цветет. Все-таки скоро лето. Смотрите, все начинает цвести. Обалденная погодка. Судачок. Сейчас быстренько по ходу дела я вам покажу улицу, расскажу, там всякие домики и так далее. Здесь, кстати, с левой стороны это Токсудак или Сурж, как оно, короче, комплекс, там, наверное, пол набережной он занимает отсюда и туда-туда. Тут КВН снимался когда-то, если помните. Ну, очень давно, еще до 2014 года. Сейчас они что-то не хотят в Крыму снимать ничего. Здесь, кстати говоря, это Сахарная голова. Здесь снимали эпизод из фильма, ну там с той стороны. Там еще три креста стояли. Мастер и Маргарита, когда Иисуса там распинали. Вот, это здесь все снимали. Там этот, как его, господи, как актер этот из бригады, представляете, с головы вылетело. Сейчас по ходу дела вспомню. Капец. Ну, он классно, он отошел, кстати, от кино. Я его не вижу, но я его вижу часто в афишах каких-то, что он в театре там играет. Фу, так, как же его фамилия-то? Ну, просто вылетело из головы. На улице Ушакова, гостиница Астарта и отель Бастион. Вот он налево. Вот этот показывал нам рыцарь, что, наверное, туда надо ехать. Вот такие дела. Посмотрите, просто какая обалденная. И она так скрыта, понимаете, скрыта. Скрыта вот эта улица, вот ее скрыли. Вот она так под крепостью. Да, находится. Там кто-то ходит, тоже фотографирует. Тут всякие отельчики. Отельчики. Морская. Вот это вот здесь и начинается. Вот Морская улица. Вот приглашаем на отдых. Написано, вот и Салдая. Она и зимой работает, но она дороговатая. Дороговато, если обычный там номер где-то около 2000 стоит, ну там средняя цена в межсезонье, да, все-таки в Салдае, наверное, 1010, наверное, будет стоить вот такой номерочек. Ну, а здесь обалденная просто. Я, правда, внутри не был, но снаружи тут, смотрите, просто как замок. Как замок тебе. Там и ресторан, и все, что хочешь. Ну, если есть деньги, можете позволить. Почему бы нет, да? Обалденно. Просто там зелень, там все в зелени. Абсолютно все в зелени. Вот посмотрите. Давайте мы даже уделим немножко. Это не реклама. Вернее, если есть хозяин, будет смотреть, закинь мне 100 рублей. В описании будет ссылки. Там просто обалденно. Там такие... Там даже водопадик, смотрю, небольшой. Просто как будто как замок. Я вот, знаете, на что напоминает? Воронцовский дворец. Обалденно. Я быстро прохожу, потому что нужно мне идти и все показать. А так-то я что? Если буду одну солдаю показывать. Вот. Могу показывать, если кто. Обращайтесь. Это сам. Обращайтесь. В описании все будут ссылки. Смотрите, тут уже
Если бы, ну, надо реклама. Короче, вот сирень тебе. Обалдеть. Запах. Просто божественный, друзья, запах. Друзья, это просто божество. Вот, вот вам и это, там кто-то кричит, там люди вон залезли под крепость и что-то там машут нам, похоже, дело. Наверное, кричат: подписывайтесь на канал, наверное, что-то вроде этого. Ставьте лайки, пишите комментарии, наверное. Наверное, они хотят это сказать. Короче, вот такие дела. Вот видите, такая небольшая улочка. Она такая индивидуальная, можно сказать так, потому что она с самого края Судака находится. Посмотрите, просто такая своя улица для тех, кто только здесь живет. Но она здесь мало людей ходит просто так. Бывает, ходят там с уютного. Но она в основном для тех людей, которые здесь живут. Вот, можно сказать, индивидуальная улица для жителей. Для жителей улиц. Тавтология. Масло масляное. Против ворот машины не ставить. Да, когда-то здесь было просто толпы. Какие-то несусветные толпы. Машины настолько много ставили, что проехать нельзя было. Вот это вот юка. Скоро будет цвести. Цветы такие называются, юка. Вот. Ну вот эти вот кусты. Здесь вообще Крым у нас полно юки. Очень много, особенно в Новом Свете. Вот. В Судаке тоже есть, а и вообще по Крыму есть. Но они не так заметны. Они как-то по бокам. В Новом Свете там прям на набережной, прям вот посередине ты идешь, и вот они есть, и эти цветы растут. Ну, здесь тоже, видите, вот тут. Но здесь они по бокам как-то. Здесь вот, например, можно было вот сюда посадить, было бы прикольно. Как считаете? Короче, ладно. Вот тут уже пошли небольшие такие домики, так сказать. Небольшие домики. Так, что у нас дальше? У нас дальше море. Вот как раз мы уже вышли на море. Считай, мы шли прям, ну, как бы с дороги, да? И где-то минут 7-8 нужно идти пешком до моря, прям с дороги дойти. Но я достаточно быстро иду, между прочим. Но иногда останавливаюсь. А вот наши друзья, точка отправления. Ну, возможно, они здесь и не будут в этом году, не знаю. Надо будет спросить. Так, вот у старта тебе очень необычный отель. Очень необычный, потому что смотрите, какая шуба. Я вам сейчас покажу, ближе подойду. Посмотрите, какая шуба здесь. Смотрите. Во, камни. Просто. А это, между прочим, ракушка. Камень такая называется, ракушка. И они просто побросали сюда цемент и натыкали сюда ракушки. Представляете, получилась такая шуба. Ну, это мужикам больше понятно. Мужчинам. О, а тут ведь и шторм. Шторм. Очередной штормит. Штормилово очередное. Да, опять. Опять и снова. Опять вот этот шторм. О. Так. Сейчас мы подойдем поближе. О, хоть бы не смыло здесь пляж. А то непонятно, что здесь будет.
Вот видите, неприступная крепость генуэзская. Вот такие дела, друзья. Вот, смотрите на канале дальше видео с набережной. Вот, а это была улица Морская. Видите, какая интересная улица. Индивидуальная. Вот такие дела. Ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте обязательно и подписывайтесь на канал. Это я много сказал, но это сделать, наверное, секунд 20 все сделать. Можете написать два слова какие-нибудь в комментарии. Пока-пока! Пока-пока!